Мы будем открывать очень интересное направление — актерское мастерство и каскадерство. Также, потому что это один и тот же педагог, он у нас преподает, Александр Литвиненко, он у нас преподает, он известный актер, каскадер, спортсмен, то есть у него награда, он чемпион мира, Европы по всем вот этим вот видам спорта. Да, его спортивная подготовка действительно очень помогает, и как мама должна сказать, что действительно, мы добились того, что хотели для своих деток. Наши соленые дети тоже принимают участие во многих кружках, которые у нас существуют. Танцы, спорт, рисование и так далее. Чуть-чуть. Спокойно, раз, повторили. Один сделал, второй сделал. Поменялись, один сделал, второй сделал, окей? Да. Многие знают, что существуют различные направления боевых искусств. Ну, скажем, карате, кикбоксинг, тэквондо, ушу, айкидо и так далее. Очень много разных направлений. Я пытаюсь совместить все эти направления воедино и выбирая из каждых направлений что-то самое красивое, зрелищное, феноменальное. И пытаюсь все вот это показывать и объяснять ребятам в My Way. Сейчас вы видите, как занимаются ребята, отрабатывают каждую свою какую-то специфическую систему. Одни отрабатывают освобождение от захватов, другие отрабатывают акробатические какие-то элементы, другие отрабатывают ударную технику рук, ног и так далее. Итак, с чего будет начинаться процесс обучения или с чего вообще начинается обучение боевых искусств? Боевое искусство – это не мордобой, как многие думают, это искусство. Почему я говорю, что марш-артс? Маршал – боевое артс-искусство. И вот в этом искусстве соединяются как духовное, как силовое, как спортивное направление. За 25 лет, проведенные мною в различных направлениях боевых искусств, которых я уже перечислял, я понял, что вся система боевых направлений, она одинакова. У человека две руки, две ноги, нет ничего лишнего. И вот как я смогу развить в себе все эти качества, которые способен вообще развить человек? Не надо бояться, что сразу приходя в класс, вы будете бить, ломать, разбивать кому-то голову. Нет. Все начинается с самого простого – физическая подготовка. Дальше больше. Начинаем отрабатывать самые простейшие варианты. Технику того или иного направления – акробатика, силовая подготовка. Если кому-то интересно спортивное направление, мы займемся спортивным направлением. Если кому-то интересно более контактные виды спорта, мы будем заниматься более контактными. Кому-то интересует искусство как искусство, скажем, ушу, никаких проблем. Это ваша дорога. Это наш My Way. You're welcome.